Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на своем канале. И хотела вам кое-что показать. Вот у меня есть такая бутылочка, она мне очень понравилась. Купила я ее на блошином рынке. Вот, сделана она под бутыль. И здесь как бы как облицовочка под бочонок, как бутыль, стоящий в бочоночке. Ну, и решила я ее расписать. У меня есть там пробочки такие небольшие. Можно будет использовать под сою, под уксус. Вот, для рабочего стола, допустим, на кухне. Ну, вот эту поверхность вот я как бы не хотела бы покрывать. Здесь я ее просто распишу, она темненькая, и пусть будет такая коричневая. А вот это вот бочонок я бы хотела, наверное, все-таки перекрасить. Перекрасить и добавить точечные росписи, наверное. Может быть, затонировать, а потом добавить точечные росписи. Вот. И решила я покрыть вот это вот бочонок пока черной краской. Потому что, ну, не под дерево его сразу тут делать, а покрыть черной краской. Потом, наверное, затонирую какой-нибудь бронзовый или золотой. А здесь распишу, и будет как бы веселенькая роспись у меня. Ну вот так, приступаем к работе. Я ее предварительно обезжирила. Вот. Жидкостью для снятия лака. А сейчас просто покрою черной краской. Потом сверху забронзирую, и будет нормально. Так, вот я покрыла свою бутылочку на два раза черной акриловой краской. Здесь я, как я уже говорила, по-моему, затонирую под бронзу. А эту верхнюю часть я распишу. Приступим.
Дорогие друзья, закончила я свою работу. Роспись вот этой маленькой красивенькой бутылочки. Прям такая, мне так она нравится. Я уже ее использовала как вазочку, ставила сюда цветочки. Вот. И последний штрих я нанесла, что я, значит, забронзировала вот это вот место, сделанное под дерево. Получилось даже прям Очень даже ничего. Мне даже самой нравится. Ну, в общем, так. Теперь я только эту вазочку покрою лаком. Ну, минимум на 2 слоя. Вот. По-моему, будет достаточно. Обычно, если там посуда пищевая такая, которой пользуешься, ну, каждодневно, то тогда больше 4-5 слоев, а это можно на 2 раза. Ну и вот, на этом будет все. На этом с вами я прощаюсь. Если понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч с новыми работами. Пока-пока!